В эту субботу Светлана Боровская отправилась в Брест. Секреты мастерства одного из старейших работников гидроузла, живые скульптуры Брестского театра, история успеха 16-кратного чемпиона мира по армрестлингу и рецепт форели с лимонно-шафрановым соусом в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй раницы, Беларусь» со Светланой Боровской. Завтра в 9:10. Не прячемся, товарищи, не прячемся. Выходим на теплую летнюю погоду. Какой вы галантный, Василий Александрович. Вы парень холостой? Да. Жених, короче. Да. Ой, так это же невозможно, вы же скала. Вот я дотронулась. Ну все, значит, вы едете завтра со мной на чемпионат мира. Не, как это с вами? Я еду вместо вас. Кто молодец? Я молодец. А ваша мама знает, чем вы занимаетесь? Раз, два, три, бабочка, говори. Лена, вот что сегодня будем готовить? 3 кусочки рыбки, это я себе жарю, а вы что будете?